Ситуация с возможным закрытием детских садов в Аскизе разрешилась. Сегодня все дошкольные учреждения работали в обычном режиме. Напомним, на прошлой неделе возникла угроза того, что детей перестанут принимать. Из-за накопившихся долгов поставщики продуктов отказывались кормить малышей в долг. Парадокс в том, что деньги были, но счета заблокировали из-за претензий энергетиков. Местным властям удалось договориться. Сейчас ограничения сняты, начались проплаты, садики работают.